Безпілотник у нас літає. Не наш. Написали? Да. Єба там куча їх, пізда. 12 чоловік всього раз. Сука, це щоб цей осколковий, да? У них? У них вже... Йобана ж ти в рот. Це сто не об'їбали? Ні. До нас прилетіло? Та ні, це корнет йобнув. Це зараз підари будуть ноги розлітатись. На! Єбать, красавці, нахуй! Сука, два вижило. Два вижило з 12. На три. Диви, побігло сука в різні сторони, нахуй. Три побігло, останніх нема. Ну, оцей бачу шкандибає, пиздаємо ага. Теж. Да. Пацани з 12 тільки три побігло. Там было зарево. Сейчас опять ебенет. Ох, нихуя себе, блядь! Ну его нахуй, а! Ух ты, блядь. Я же дурнулся, нахуй. Не ожидал. Прикрываемся с левой стороны, обходим. Ты первый, пошел. Дред, за ним! Ебаные пидоры. Гени. Ждем всех остальных! Дальше, дальше, аж за пацан... Підтягуємося. Давай, когда продвигаться. Тем. Я бачив, вона на запалі. Що ми можемо рішити? Убити їх нахуй можемо. Мясник пішов, да? Война пришла. Начнем. Ебал? Да, да. Давай, щир, давай, 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 брат. Дай мне его. Тут ноги. Ух ты, класс! Ты по нам? Давай! Макушка, макушка! Дайте море, дайте море! Даю, даю, братик! Пару раз так волкнул, залетел. Я рот ебал. Что такое? Ты пал? Братик, что? Что слава, а Украине что-то ебить? Ебать, не на туре горит.
Ебать, что там уебало? Ебать, раз... Так резко тормозы. Что? Разулся, ебать, глуши нахуй. Глуши нахуй, стой! Стой! Кто за кермом, уважно, обережно, вперед-вперед. Зверху вони його можуть взяти. Збивають. Це чий екіпаж? Хто за кермом там? Хто за кермом нашого дрона, хлопці? Борода, давай борода. Обережно так, щоб два... Тільки сразу... в'єбаш його борода. Єбаш. Як прийняв? Як прийняв? Все, єбаш. Лопасті йому заєбаш, парою лопастей, він точно впаде тоді. Він уходить. Паси за ним. Загубив? А що ти думаєш? Вони не тебе. На 12-ту годину. Бачу. Дайте його голосніше, щоб чути його. Все нормально. Сука, тут нужен FPV-истребитель. Да, якби був зараз заряджений, то в'їбав би. Ну, не попав би бомбою. Так, тільки таранити це. Ну, скинуть, так. Скинуть не попав би, таранить там. Таранити. Ну! Є! Добре! Доброго дня, друзі. Ви бачите на власні очі збиті засоби повітряного нападу, якими ворог намагався атакувати Україну. Це збитий шахет, це елерон, це безпілотний літальний апарат «Орлан-10», це зала та інші об'єкти. Сьогодні ми підсилюємо нашу систему протиповітряної оборони та передаємо нашим оборонцям чергову партію щодохідних автомобілів, які обладнані крупнокаліберними кулеметами та переносними зенітно-ракетними комплексами. Ми надалі будемо підвищувати захист наших співвітчизників, об'єктів цивільної і військової інфраструктури. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом! Приїхали повоювати. Ребята, ну що, приветики. Приветики, ребята. Класно, да, тут? Все, снарядики лежать. Бомбануло, так бомбануло, да? Приїхали. Ребята, по 300 доларів в місяць получать. Все згорело, все, ребята. Конец. Вот будущее. Все грустні просто. Кидись, кидись, и все офигенно. Ему назад,
Ленинград. А. Сугинанты Ленинград. Окей. Нам действительно надо больше внимания обращать на подготовку бойцов, потому что страна жила в мире, и армия жила в мире, и вот этот переход, он требует отдельного внимания. Требует. При этом очень важно брать информацию от командиров боевых подразделений, которые говорят, с какого полигона к нему пришли хорошо подготовленные ребята, а где начальника полигона неплохо было бы и расстрелять. А я все полигоны объехал на Дальнем Востоке, когда шла подготовка. Более того, раскрою страшный секрет. На одном из полигонов я просто пригласил командира, пригласил исполняющего обязанности командующего округа и сказал, что вот эти военнослужащие до того, как они будут готовы, никуда не поедут. Мы еще на месяц продлили подготовку, потому что она была организована, мягко говоря, не очень хорошо. Глубоко убежден, что ядерная война неизбежна. Глубоко в этом убежден. Считаю, что нам надо выйти из договора о моратории на испытания ядерного оружия во всех средах, провести испытания ядерного оружия, чтобы Запад увидел, что оно есть и какой мощи, и поставить ультиматум перед странами НАТО, наведя наши ядерные стратегические силы на правительственные кварталы и места пуска тех стран, у которых есть ядерные возможности, а кварталы тех стран, которые оказывают поддержку нацистскому режиму, и поставить ультиматум. И если они не хотят услышать, значит, не будет больше ни Лондона, ни Берлина, ни Парижа, не Вашингтона, Дистрикт Колумбия. Это мое личное мнение.